Совершенно иная слава ходит о родителях из Италии. Накануне в прессе появились заголовки. Родители обрили наголо девочку за отказ носить мусульманский платок. Итальянские органы опеки изъяли у родителей 14-летнюю итальянку, которую те обрили наголо за отказ носить мусульманский головной убор. Об этом сообщает газета «Репаблика», передает РИА Новости. Семья выходцев из Бангладеш проживала в пригороде Болонье несколько лет и имела репутацию закрытой, но не радикально исламской. До этого случая они не попадали в поле зрения правоохранителей, но и не считались прихожанами местных мечетей. Наказание в виде лишения волос последовало, когда мать девушки узнала, что та снимала хиджаб, выйдя из дома, и снова надевала его по возвращении. Тревогу забили учителя девушки, когда она пришла в школу с обритой головой. После беседы с подростком администрация учебного заведения, в котором она считалась отличницей, обратилась к правоохранителям. Родителям грозит судебное разбирательство. На ситуацию отреагировал мэр Болоньи, назвав наказание актом неприемлемого родительского авторитаризма. Также представители мусульманского сообщества города выступили с осуждением столь радикальных единоверцев.